Приветствую любителей понаблюдать, а не поиграть. Вы на канале Роли Гейм Онлайн, с вами Росси. Это рубрика Gameplay Let's Play. Сегодня мы с вами посмотрим игру под названием Апокалиптическая энергетика. Ну, это если дословный перевод. На английском читать не буду, потому что мой английский очень ужасный. В общем, кому надо, прочитает, кому надо, переведет. В общем, эта игра просто апокалиптический шутер. Такой в очень унылом, печальном сеттинге, когда все уже очень печально. Надеюсь, конечно, в реальной жизни никогда до этого не дойдет. Ну, а если дойдет, то посмотрим, как это примерно будет выглядеть. Немножко, как обычно, поиграем. Посмотрим, что она себе представляет. Значит, я новую игру беру нормально, потому что с меня хардкор не очень. Так, сохранение не ограничено чекпоинтами. Хотите начать игру в этом режиме? Да, хотим. Посмотрим заставочку. Игра, кстати, вышла 2 и 3 марта. Уже именно полный доступ. Это не бетка. Не открытая бетка, а именно уже конкретная игра. В Steam, кстати, очень позитивные отзывы у нее. Процентов 90, если я не ошибаюсь. Так что, я думаю, стоит посмотреть. Как я понимаю, на фоне, наверное, происходит, судя по всему, Первая мировая. Первая Великая война резко завершилась в 1916 году. Изобретение ракетного двигателя отбило желание сражаться у обеих сторон. Оружие, ужасающее своей смертельной мощью, остановило кровопролитие и принесло мир. Настал золотой век в истории человечества. Это были времена удивительных открытий и невиданного развития, когда люди забыли о войнах, чтобы бороздить просторы космоса. Это, наверное, Илон Маск запускает ракету на фоне. Мы стремительно освоили поверхность морозного Марса и атмосферу знойной Венеры. Колонизировали спутники далеких планет-гигантов Юпитера и Сатурна. Это были времена, когда для человека не было ничего невозможного. Он подчинил себе целые миры, обращал суровые планеты в свой новый дом. Времена, когда, казалось, не было конца прогрессу. Слово человека звучал гордо. Ужасный такой текст. Я еще и слепой при этом. Еще такой текст как-то написан таким шрифтом неприятным. Вы не застали этих времен. Золотой век давно минул. Вы родились на останках прошлого мира в полумраке ядерной зимы. Печальненько на самом деле. Такая угнетающая история. Итак, 3 сентября. Я календарь переверну. И снова 3 сентября. Я не мог просто не сделать эту ссылку. Около 5 утра. Локация Перевал. Глава 1. Последнее дело. Итак, что здесь у нас? Значит, сразу слева я вижу, у нас есть ХП-бар. Скорее всего, энергия. Значит, чашка, я думаю, многим знакома. Наверное, у всех такая чашка в детстве была. Ну, не только в детстве, может, у бабушек, дедушек. Ну, чашка, в общем, похожа. Мы можем ее взять? Нет, мы ее взять не можем. Значит, у нас тут есть такой неплохой диван, как для постапокалипсиса. Мы еще не очень неплохо устроились. Уже вижу, пистолет лежит. По графике, не знаю, ну, как-то так оно... Прикольненько, я в принципе от этой игры не ожидал, это ж не AAA супер-пупер игра. Значит, фонарик мы взять не можем. Что мы вообще тут можем сделать? Спички. Есть, спички мы взяли. Чайник. Ага. Короче, зажгли огонь спичками, но чайник, наверное, мы взять не можем. Значит, Е, это у нас... Взаимодействовать с окружающим миром. Это что у нас? Энергетический напиток. Холодный кофе. Это
Сухари. Еще вон сухари вижу. Так, наган. Револьвер, патроны для револьвера. Книжку мы взять можем? Ну, блядь, я же на нее смотрю, но что-то я ни хрена себе не могу сделать. Но она двигается, по крайней мере. Так, холодный кофе еще мы взяли. Чашку металлическую брать не можем. Все-таки от этой книжки не отцеплюсь. Ладно, не получается, да не получается. Значит, с помощью скролла сухари, кофе. Так, а ну пистолет. О, даже можно с мушки целиться. Все, ребята, мы уже не пропадем. Хотя с меня такой стрелок. Так, радио. Е отойти, пробел включить, выключить. Вправо-влево настройки частот. Так, включаем. Прогноз погоды. Дождь через 2 минуты. Продолжительность 6 минут. Не забудьте надеть капюшон. Туман через не ожидается. Продолжительность 0 минут. Ладно. Диапазон. Частота. Ага, на третьей частоте у нас прогноз погоды. Оп. Тут просто играет музыка на 21 частоте. И здесь музыка. Причем, обратите внимание, сразу есть название группы, трека. Все, 30 частот, короче. Не знаю, этот дождь как-то на нас влияет, не влияет, то что он идет. Ну, короче, давайте выключим радио все-таки. Будем экономить нашу энергию. Интересно, с чего оно запитано. Ладно, пошлите, в общем, на улицу. Вы челнок. Пеший странник, переносящий грузы и информацию через пустоши. Вчера на вашем маршруте вас застала банда кочевых налетчиков, устроивших засаду прямо за перевалочной базой. На ней вы сейчас и находитесь. Вас ранили, ограбили и бросили умирать. Вечер бы вы провели в канаве, пытаясь не подавать признаков жизни. Только к ночи вам удалось доползти незамеченным до убежища. Помимо вашего ружья, налетчики забрали у вас кое-что более ценное. Важную посылку. Вы должны вернуть ее. Похоже, они еще не уехали. Странно, что эти кочевники не снялись сразу после нападения. Что-то пошло не так. Или они чересчур самонадеянны, чтобы спешить. В любом случае, остаться было для них ошибкой. Ну что, кочевники? Вы сейчас, блядь, пожалеете то, что вы сделали. Так. Баночку нельзя взять. Что тут? Банки только одни. В общем, сейчас мы пойдем, наверное, нахлобучим кочевников. Заберем у них... Блять, вот эти банки, мне кажется, они нас палят. Лампа. Ага, я могу ее просто потушить. А взять я с собой не могу. Нож. Это круто. Нож это хорошо. А если тут пролезть можно? Можно. В общем, у нас такая еще база нехилая. Аптечку нашли. Короче, эти банки как ловушки, наверное. Нет. Костры потухли. Какие костры, блядь? Не открыть. Ладно. В общем, если честно... Блин, я, короче, все ловушки собрал. Так, по умолчанию один капец, дождь токсичен. Ух ты. Но зато теперь у меня ограниченный обзор. Что здесь? Так, револьверный патрон. Противогаз, как я понимаю, валяется, ботинок. Взять его не можем. Не то, не то, не то. Где вы? Козлы. Верните ружо. Так, в окно мы пролезть не можем. Тут закрыто. Банка это, блядь. Блядь, я все равно зацепил. Тут можно пролезть? Что ж такое? И тут не залезть. Не забраться, может, через Е. Мне нельзя.
Ладно, я так подумал, что я приседать не буду, потому что я слишком суровый. Да, я был прав, желтая полоса – это отображение нашей усталости. Кстати, прогноз погоды-то не обманул. Через 2 минуты дождь, и он действительно наступил. Ну, может, с этой стороны можно зайти. Я уже потерялся, если честно. Так, спички. Не знаю, для чего они нам нужны, помимо того, чтобы зажигать только этот. Можно? Зайти нельзя. Помимо того, чтобы зажигать печку. Так. Вот на второй этаж. Пусто. А жаль. Какие-то лохматка какая-то висит, мохнатка. Угу. Типа как пожарная часть, что ли, была или что, не знаю. Так, ну, то наша база, мы оттуда вышли. Не получилось, идет дождь. А видите, можно было бы разжечь, но идет дождь. Он потушил, соответственно. Логично. Так, тут тоже ни хрена нема. Идите, кочевники, я уже хочу с ними разобраться, как бы раз на раз. Кстати, интересно, в эту лужу, я так подозреваю, падать нельзя, потому что она радиоактивная. Но это не точно. Так, не хочу идти по этим доскам, они не вызывают у меня доверия, мы лучше обойдем. Так, что здесь у нас? Ни хрена нема. Тихо, он устал. Передохни, выдыхай. О, еще один ботинок. Потушим свет. Еще не время. Кто, блядь, решает, что время наступило? Я как бы тут главный герой. Так. Птичка, это что? Пимикан? Что? Что это, блядь, такое пимикан? А ну, тут есть инвентарь? Есть. А, значит, сухари, кофе. Ребята, если кто знает, что такое пимикан, напишите об этом в комментариях. Мне прям интересно, блядь, что такое пимикан. Продолжительность по радио говорите, что продолжительность дождя будет 6 минут. Начался он через 2. Это не время, блядь. Во. Начался он через 2, то есть скоро уже должно закончиться. Угу. Прогрузилось... Следующая локация. Вот то кто-то стоит вроде. Ну да, явно кто-то стоит. Мне ж не кажется. Я, конечно, слепотня, но не настолько. Так, ладно, еще давайте сначала полутаем спички. Тут ничего нема. Блин. Мне больше на ту стройку. Но он меня тоже не видит, он тоже слепотня, мне повезло. Куча кирпичей. А, банок точнее. Бля. Что ж ты так шумишь-то? Использованные противогазы. Кстати, я хотел посмотреть тут. Ой, я что-то... Я энергетик выпил. Дурья башка. Q это же использовать то, что выбрано на быстрой клавише. Я думал, можно ли тут выглядывать из-за углов, знаете. Опа. Опа-па, а кому тут смешно, блядь? Ножик. Так. Ну что, падла. Кстати, нож. Как бы нож это дело благородное, правильно? Сейчас мы его, блядь. Че это за херня была вообще? Я думаю, мы лучше так чик-чик. Попишем и все, и что, заново что ли? Блять, ну это обидно. You are dead. Ну давайте лоад последний там что. Автосейв. Обалдеть, автосейв походу еще в самом начале. Потому что не надо было, блять, выпендриваться, ребята. Не надо было выпендриваться, надо было брать наган и с нагана его решать.
Ну я ж вас послушал. Возьми нож, Росси, возьми нож. Как бы пистолет для лохов, нож выбор мастеров. Вот вам и пожалуйста. Все, ну я уже, короче, обучен. Сейчас мы сразу пойдем. Да, я знаю, там я щелнок, прямо сейчас нахожусь, надо нахлобучить. Мне просто интересно, хоть выстрелить из того револьвера хоть раз. Да и можно заканчивать. Так, ну я уже тут все знаю. Так сказать, проходили. Ну, сразу, наверное. А чё, капюшон сейчас типа нельзя одеть, да? Так, нет, здесь нельзя проходить. Сейчас. Где-то я ж там аптечки находил, вот эту всю дрочь. Надо ж. Первый раз, конечно, было лучше, когда я не умирал. Все, больше я с ножом ходить не буду. Еще не время, блядь. Напомните хотя бы, где я аптечки брал бы, я уже не могу найти. Ай. В лужу эту вонючую понаступал. Кстати, вспомнил. Я ж... Вот. Дурачила. Я ж где-то пробежал комнату вот ту. Вот. Кстати, он меня не с пистолета валил, ребята. У него что-то такое было посерьезнее. Или ружье какое-то, или обрез. В общем, то, что нам нужно. То, что доктор прописал. Так, обойдем. Кстати, я тут не был. Или был? Нет, может и было, может и не было, но не имеет значения, ни хрена там интересного нету. Дыхалка, конечно, но главного героя вообще не к черту. Я сейчас негде сварить кофе, холодный кофе. Варить мы... Всё, я понял, варить мы можем типа на огне. Вот это поворот. Так, вот туда мне надо, я помню. Вот там, где подсвечивается, там тоже лежали патроны, аптечка. Сейчас мы туда поднимемся. Тут что-то было, нет? А, тут ботинок был второй. Блядь, не туда вышел. Ладно. Мы ж не собираемся ее проходить, правильно? Мы ж собираемся пойти тем козлам отомстить. Что мы сейчас и сделаем, в принципе. Сейчас посмеемся, клоун. И чё, не смешно? Кто теперь, блядь, смеется? Давай, макушка вонючая, сейчас я тебя лупану, блядь. Ну чё? Где твоя волына, ты? Пестик твой где, блядь? Не открыть. Нахуя тогда их тут валил, блядь, если не открыть? Не, ну, анимация выстрела, звук мне понравилась, ребят, честно скажу, мне понравилось. Так, ножик я уже тут взять не могу. Что-то уже не смешно, да? Не очень смешно. Ага, вон еще головешки ходят. Хорошо, что я глазастый. Блядь, дождь пошел. Ну иди сюда, головешка бестолковая. Так, сейчас мне надо какая-то возвышенность. Блин, ладно, ничего, я бегу. Чувствую себя ковбоем, кто первый выстрелит. Блин, надо, наверное, подзарядить патрончиков. Чувствую себя ковбоем, кто первый выстрелит. Ты, сука. Так, одного завалил. Ах, почти. Блять, ну классно, ребят, реально классно.
Оставляйте свои комментарии по этому поводу, как вам игра, играли вы, будете ли играть, и что вы вообще по этому думаете. А с вами был Росси, вы были на канале Роля Гейм Онлайн. Если вы не подписались случайно на канале, обязательно это сделайте, поставьте лайк и оставляйте комментарий. Всем пока и до скорых встреч.